Здравствуйте, друзья. Спрашивают, что там настройки происходят. Так, вроде время идет. Настройки, если вы видите... Ну, некоторое время ничего не происходило особо, но вот вы видите, выровняли все кусочки. Тут были такие дырочки маленькие. Нужно было нарезать много-много кусочков вот этой плитки бетонной, чтобы ее уложить вот тут даже. Вот еще не закончено немножко. Вот видите? Вот тут кусочек не закончен, вот тут кусочек не закончен. Вот эти ступеньки сделали. И если я на ступеньки эти заберусь, то мы с вами увидим как бы песок такой. Это не песок, это такой толченый гранит. Как бы такой. Он выглядит как песок, но как бы по происхождению своему это такой толченый гранит. Сверху его еще там кое-чем присыпят попозже. Но вот здесь будет такая дорожка. Вот тут всякий мусор строительный. Вы видите, вот это прикрыт станочек, который режет кусочки. Вот он. Вот видите, кусочки нарезанные. Вот они. Вот они тут режут, стоят. Видите, грязюка. Потому что у нас дожди. Вот. Ну и так, более-менее. Видите, сток. Уже вот этот сток, его довели до такого, ну как бы, гражданского такого состояния, обычного, нормального. Вот, тут будут зеленюшки расти всякие. Вот, а здесь будет расползаться, значит, ползучие растения. Соответственно, вот с этой стороны тоже у нас будет... примерно то же самое, то есть будет таким гравием посыпано, плотно прибитым. Вот, и не только тут, но даже давайте я попробую так с риском для жизни пройтись тут сверху и показать вам, чего там с той стороны дома. Вот тоже вы видите вот этот же самый, значит, толченым гранитом. И вот туда... На самом деле, вот до того контейнера, который там стоит. Потому что за контейнером там асфальтовая. Не асфальтовая, извиняюсь, там дорожка бетонная. Вот там. Вот, собственно. А то, что вы видите, вот здесь справа, это вот пристройка последняя, которую мы делали. И завершив которую, мы можем уже заняться лендскейпингом. Ну и ступеньки, вы видите, сделаны для будущей беседочки. И вот тут ее основание такое сформировано. Беседка лежит у нас разобранная. Она приехала, ну, так сказать, в досках. Вот. И сказали, что до понедельника, а сегодня четверг, сказали, что до понедельника все закончат. Там потом останется с зелеными насаждениями. Это уже следующий момент. Но вот эти вот работы, связанные с там, плиточкой, вот эти вот retaining walls там и так далее, вот это все будет уже закончено. Ну и мусор, я надеюсь, тоже увезут.